Итак, всем привет. Для начала, наверное, представлюсь. Я Андрей Александрович Ковыч, мне 15 лет. Являюсь рекордсменом, чемпионом мира и чемпионом Юга России по жиму классическому и военному. Также являюсь рекордсменом мира по военному жиму. И, в общем, я приехал в Москву, чтобы выступить на чемпионате, на 9-м чемпионате мира. Значит, заселились в номерке. Приехали уже, вот. Вот такая двухспальная кроватка. Даже, наверное, трехспальная. Сейчас 9 часов. И, я собираюсь на взвешивание. И скоро будет выступление. По-моему, в час. Сарычев Экспо. Ассистенты на шестой помост, просьба подойти. Ассистенты на шестой помост. Два к одному, попытка удачная. Вес готов. На помост приглашается Ковыч Андрей. Готовится Кондратенья Дмитрий. Готовится Шалава. На помост приглашается Шалава. Никита. Ковыч Андрей, готовится к Кондратенья Дмитрий. Привет.
сожалению, попытка неудачная. Просьба установить наш штангу 162,5 килограмма. Высота 46. Вес готов. На помост приглашается Кондратенин Дмитрий, готовится Белоусов Роман. Весовая категория 67,5 килограмм. Первое место занимает Ковач Андрей. Группа весовая категория 67,5 килограмм. Третье место занимает Пател Тизат Адил. Попытка обновить новый рекорд мира.
Это же надо. Стал чемпионом мира и еще да, блин, ты скажи, установил мировой рекорд. Что вчера происходило? Чемпионат мира по силовым. В общем, да, вчера был чемпионат мира. Ну, вот. Сегодня приехали посмотреть достопримечательности и посмотреть на Кремль. Thank you.